Здравствуйте, друзья! Мы снова у нас на строительстве. Вот то, что вы видите, это сауна такая. Справа они почти было закончили укладку плитки, но в последний момент выяснилось, что вот не хватает вот этих металлических полосочек, чтобы там до конца доложить. Надо поехать купить, пойти. Вот. И давайте я вам, может быть, покажу эту сауну, но темно тут. Вот, она, в общем, вы видите, совершенно такая небольшая. Ох, как пахнет хорошо, знаете, изумительно пахнет. Вот, и, значит, тут можно сесть. Ну, я бы сказал, что троим, наверное, тесновато было бы. Да, на двоих так нормальненько сесть и попотеть. Вот такая интересная штука. Тут какое-то радио там или что это, они же электрическое. Сверху антенна торчит, смотрите, как интересно. В общем, мы про фишки еще толком не знаем. Тут какая-то панель управления. Да. Ну, в общем, это несложно. Это было собрано. Она не приехала готова, ее быстренько собрали. И вот так потихонечку уже оформляется. Вы видите. Вот сейчас у нас вокруг двери ставят. По-английски это trim называется, а по-русски даже не знаю, как назвать. В общем, вот такой... Окантовка. Окантовка вот здесь, да, вот это будет вдоль двери. Вот, вот это окантовка. И, может быть, еще сегодня лесенку наверх поставят. Значит, лесенка, так она за веревочку потянешь, и она вниз выходит. Вот будет лесенка наверх. Такая интересная конструктивная деталь. А так, в принципе, покраска закончена. Вот у нас здесь покрашено. Так вот, в общем, более-менее все завершается. Более-менее. Так. И, так, ну, здесь, по-моему, ничего так принципиально не изменилось. Делали, выравнивали краешки. Видите, вот, допустим, идет краешек с покраской, да? Видите, он такой ровненький, аккуратненький, вертикальненький такой, чтобы все было так хорошо. Вот они вчера докрашивали, выравнивали. Вот все это делалось.